Establishing video uplink. The front row of your concert last night. I am your number one fan. Look, motherfucker. I'm here to meet with Yazid, the owner of this pisshole. That's me. I'm Yazid. But all my friends, they call me Eddie. 50 Cent, I don't believe it. So, how can I help you? Всем наши диггеры, читатели страны игр, я Ллойд Бэнкс, а я тот самый Тони Йейо. Ну, в общем, наша игра, как вы видите, делалась с настоящими геймерами, такими как я и братишка Ллойд. Ты кого геймером назвал? Ну-ка дай мне ту хреновину. Йо, чуваки, смотрите, я гангстер. Ну, в общем, наша игра шагнула далеко вперед по сравнению с играми для Nintendo. Графика так хороша, что больше не надо дуть. Да, чуваки, графика вообще обалденная. Я сколько игр в аркадах не видел, все отстой по сравнению с нашей. Васап, чуваки, не забыли главный герой игры, я 50 Cent. Смотрите, игра фактически сделана по реальным событиям. Вот на этой улице я как раз недавно завалил 3 недоумков. Здесь все очень реалистично, это как прожить один день жизни за 50 Cent или Тони Йейо. Комп в этот раз не такой крутой, как я хотел. В одном хаммере пришлось ставить 2 приставки, чтобы мы с Тони смогли ее пройти. В следующий раз все будет круче. Один игрок должен будет стрелять и читать рэп. Остальные 3 изображать бумбоксы. Это будет настоящий рэп-мазафака Hero. Первая экшен-рэп-музыкальная игра. Вау, смотри, моя тату в игре выглядит лучше, чем настоящая, ништяк. Да что там твоя тату, в игре ж можно играть и за 50 и тебя. Но что самое крутое за меня? Это же самая клевая составляющая нашей игры. Не, ну круто, но самая офигенная вещь это то, что белых мы там мочим из вертолетов и базуками, вообще как в жизни. Самое крутое, я там делаю все эти мега-приемы, которые всегда хотел попробовать. Ну там шею свернуть, позвоночник сломать. Да, я самый плохой парень в гетто. А вообще еще круто то, что мы там в игре вообще как живые. И Хукит, как всегда, когда в него летит ракета, кричит «Воу». Не, я не кричу «Воу», чаще всего я всех убиваю и матерюсь. Хотя, если в меня летит ракета, я буду кричать «О, черт, вот твою ж мать!» Ну вы понимаете, терминология гетто. А вообще мы все впечатлены тем, что вышло. Я, 50 и даже этот рядом. Короче, все покупайте нашу игру ради вашей же безопасности. Тем более там все вообще круто. Графика обалденная. Белых можно валить пачками. И не забывайте, там есть я и Ллойд Бэнкс. Ну и кто еще не купил игру, типа мы идем к вам. Blood on the sand.